Во вторник в Самарской области будет пасмурная погода, местами пройдет дождь. Температура воздуха в дневное время плюс 2, плюс 5 градусов, ночью 0, плюс 1. Ветер сменит направление на северо-западное, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, днем плюс 5, ночью 0 градусов, ветер северо-западный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти небо закроют тучи, осадки в виде дождя. Днем плюс 4, ночью плюс 1 градус. Северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, но без осадков. Днем 4 градуса тепла, ночью нулевая температура. Ветер северо-западного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.